С Богом в доме рай. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Суровский. Как было бы хорошо, если бы нам удавалось создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, не тревожиться самим и не вызывать чувство тревоги у других людей. Успокойся. Иди медленнее, веди себя тише, говори спокойнее. И не передавай свое волнение тому, с кем разговариваешь. Андрей Кононос. Чем беспокоиться понапрасну, молитесь. И Господь успокоит вас. Успокоит и всех тех, за кого вы беспокоитесь. Только на молитве. По молитве и за молитву. Бог подает нам мир. Непостижимо, для ума нашего, успокаивающий, душу нашу, во всем. Протоиерей Родион Путятин. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Игумен Никон Воробьев. За счастьем ездит за море я, рыщет кругом света, а оно в нас, в нашем сердце, куда мы совсем не заглядываем. Святитель Дмитрий Ростовский. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души, а верить тому, как Бог устроит. Бог же устраивает для нас всегда полезное и спасительное. Преподобный Амвросий Оптинский. Помощи Божией не могут помешать ни люди, ни бесы. Ни для Бога, ни для святого человека нет ничего трудного. Препятствием является лишь наше человеческое маловерие. Старец Паисий Святогорец. Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя, и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо. Преподобный Ефрем Сирин. Что размышляешь ты и недоумеваешь, и сам на себя навлекаешь заботу? Чего не можешь понять, за то не берись, но проси Господа, чтобы вразумил понять это. Апостол Йорм. Yeah.